Вот и удачный день. Яйца купила за полцены. Хорошо, что моя соседка не видела. А то бы она сразу на яйца прискакала. Это хорошо, что она... Во сколько она обещала прийти? 12? А сейчас без 15. Это что у меня? 15 минут и 400 яиц? Да. Успею. Успею сожрать. Пока она не пришла, надо форточку закрыть. Чтобы она не пришла, надо форточку закрыть, чтобы она не нюхала яйца. А то она сразу прискачет. Надо форточку закрыть. Ой! 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 Зря я про яйца говорила. Ой, господи, зачем я про яйца говорила? Какие яйца? Да никаких яиц нет. У тебя яйца есть? Ничего нету, никаких яиц нет. Это что ж такое, а? Ко всем весной ласточки прилетают, а ко мне паук-птицеед забрался. Надо было сетку москитную поставить. А нет, зачем сетку? Надо было сетку как в тюрьме ставить от бабок. Господи, какие сетки? Ну, какие яйца? Какие... Никаких яиц нету, все. Вытащи меня отсюда, видишь, я застряла. Ты как вообще туда попала? Гуляла, замерзла и решила погреться. Господи, почему именно в моей квартире? Да потому что из твоей квартиры самый теплый воздух шел. Почему-то ко мне, а? А че я к незнакомому человеку полезу греться? Ты что, залазила и застряла? Нет, я вылазила и застряла. Ну зачем ко мне все время ты чем в окошко лезешь? У меня дверь не закрывается живить. Дверь не закрывается, а капан возле двери закрывается. Это что у тебя в пакете? Ничего, это альпинистское оборудование. Что? У тебя там гречка, макароны и курица моя. Это мое альпинистское оборудование. Зачем тебе вообще такое альпинистское оборудование нужно? Пенсионеры за эти на любую стену полезут. Тебе все равно это не нужно. Это мое. Ты этим не пользуешься, а у меня скоро день рождения. Да ты уже надоела со своим днем рождения. Каждый год у тебя день рождения. Пенсионеры вообще не должны так часто день рождения праздновать. Вы не по средствам живете. Женщина-кошка. Давай, топай из моей кошки. Если бы ты не пришла, все нормально было бы. А где мебель моя? Где тумбочка? Где торшер? Где ковер? Где ковер со стены? Где все, что пролазит через форточку? Откуда я знаю где? Наверное, от вони кошачьей растворилось все. Господи, у тебя 50 кошек, у всех этой вони глаза полопались. Может, от этого и всего и вещи растворились. Так, знаешь что? Я с улицы тебя предом сейчас накрою. Там, наверное, если дети увидят бабушку-колокольчик, с ума сойдут до конца жизни. Ой! Все, я накрыла тебя, все, накрыла. Себя лучше накрой, гвоздями забей. О, о, нашла, нашла. Вот где мой ковер. Нашла, где мой торшер. Ты его ногами держишь. Ну, отпускай, не отпущу. Я тебе говорю, отпускай. Нет, не отпущу. Он разобьется. Шестой этаж ведь. Как он разобьется, там внизу подушка, мое одеяло лежит с матрасом. Ой, я вот сейчас подумала, если бы окно было бы таким большим, сейчас бы внизу там лежал бы сервант, мой шкаф, мой стол. А тебе все равно это по фишую не нужно. А что мне по фишую нужно? Те таблеточки. И этот еще изюм и рис, чтобы кучу делать. Так, хватит болтать. Я тебя сейчас вообще не вытащу. Будешь вечером сидеть. Ты вообще почему все воруешь? Я к тебе пришла бы, все увидела. Как бы ты ко мне попала, я бы форточку фонарей забила бы. Так ешь и дверь, дура. Я все привыкла делать через окошко. Выходить через окошко, на МФС через окошко. Только тебе кошек пользы нет. А у тебя единственное окошко, которое работает, мебель дает. Ладно, я сейчас тебя достану. Сейчас как раз мусоровозка должна прийти. Я тебя к ней привяжу за ноги. Она тебе... Она поедет и... Тебя дернет, выдернет оттуда. Только к ногам не привязывай, они могут оторваться. Все, привязала. Ага, сейчас он поедет. Все, мусоровозка поехала. И дергает. Ой, господи. Задний мост вырвала. Ну-ка, дай курицу. Нет, нет, пенсионер может отдать курицу только ради другой курицы. Господи, зачем ты мне все своровала, зачем? А ты бы ко мне пришла без повода? Чего это? Чего? Ты даже не помнишь, когда у меня день рождения? Как это не помню? Когда? Когда у меня вещи начинают пропадать? Когда тогда у тебя день рождения? Сегодня? Да, я знаю, конечно. Я вам даже тебе подарок приготовила. Вот, яйцо. Настоящее.
Настоящее яйцо. О, со свечкой. Ой, господи. Сейчас я тебе его вот так. Опа. Видишь? Получился торт. Какой? Задувай, давай, загадывай желание. Хочу, чтобы талончики в поликлинику были не только на 2025 год, и на 2024. Сбылось! Побежали в поликлинику! Стой, стой, стой! А как я? Сейчас, да? Сейчас я швабру, шваброй тебя вот так вытолкну. Сейчас я как на чупа-чуп насажу и понесу.